И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games. Если ты смотришь данное видео, то это важная информация для всех подписчиков на канале. Для каждого из вас. Для всех любителей Isle, для всех любителей игр динозавров, мира Эвримы. Итак, господа. Я долгое время думал и пришел все-таки к тому решению, которые мне многие под видео в комментариях писали, и я разговаривал с людьми. Мне говорили: «Скай, почаще снимай, пожалуйста, Эвриму, делай различные новости, нам это очень интересно». Так вот, ребята, я принял решение, что на нашем канале Legacy больше не будет. Не будет стримов, не будет каких-то гайдов, видео, ну, может быть, раз в месяц, раз в два месяца мы, конечно, с вами сыграем в Legacy, но теперь на канале стримы и видео будут полностью посвящены The Isle Эврима. Судя по просмотрам, Эврима достаточно для многих стала интересной, различные новости также смотрит множество народу на канале. Ты спросишь, почему я ухожу именно в Эвриму, а не Legacy? Ну, Legacy, потому что, мне кажется, она уже себя немножко изжила. Да, конечно, ты скажешь: «Скай, Эврима забагованная, там ничего нет интересного. 8 динозавров, система диет, больше ничего». Но, тем не менее, я смотрю, что очень много народу сейчас играет в Эвриме. Многим смотрящим на канале, да и вам, подписчикам, очень интересно The Isle Эврима. Да, оптимизация где-то хромает, но нас ждет неизбежное в будущем, все равно Legacy когда-то будет закрыто. Пускай даже через 5 лет, через 10. Но в Эвриме есть что-то такое манящее, непонятное. Есть какие-то свои игровые механики. Поэтому повторюсь, господа. Legacy Isle на канале больше не будет. Да, мы будем проводить различные стримы в Эвриме. Также я буду выпускать для вас интересные видосики, развлекательные видео. И раз в неделю, а потом уже, может быть, и два раза в неделю, будут выходить новости, которые вы очень любите смотреть. Я буду выпускать для вас самые свежие выпуски новостей, что-то нового из мира Эвримы. Вы спросите: «Скай, а на каких серверах ты будешь играть в Эвриме?» Я никуда не ухожу, ребят. На том же Age of Dina вы меня всегда найдете. А также мы будем играть на различных европейских серверах. Если будут проходить стримы типа Судного дня, где мы файтимся, тренируемся и все прочее, то добро пожаловать на Age of Dina. Ну, а если мы хотим максимально повыживать, то можно найти какой-нибудь европейский сервер. И еще одна плюшка под конец. Раз ты досмотрел, то ты большой молодец. Мне многие давно советовали: «Скай, почему бы тебе не открыть, не создать свой сервер?» Я тоже долго думал, и все-таки я пришел к выводу, что, скорее всего, к Новому году, может быть раньше, мы попробуем открыть свой тестовый сервер. Нужную информацию я уже собрал, кое-что подчерпнул, побеседовал с людьми. Так что не за горами возможно открытие нашего сервера SkyTop Survival. Ну что же, спасибо за просмотр.